Всем привет, друзья, меня зовут Вячеслав, это канал Bailey for Games, и эта игра называется Rebellious Devils. Здесь у нас есть небольшое дело, свой собственный бизнес, в котором мы будем готовить еду, а из чего вы уже увидите сами. В поезде мне так и не удалось уснуть, я был погружен в свои мысли и горел от нетерпения в ожидании встречи с нашим новым домом. Решение о переезде мы с женой Хилдред приняли внезапно. Она поспешно упаковала чемодан и взяла с собой только самое необходимое. Нам удалось крайне выгодно приобрести стоящий у реки дом, который принадлежал прежде известному в городе парикмахеру. Этот дом, на удивление, большой. На первом этаже достаточно места, чтобы открыть здесь чудесный паб. А внизу, в подвале, есть большая и уютная кухня. Скорее бы открыть двери для посетителей. Мне всегда нравилось смотреть, как люди едят то, что я готовлю для них с любовью. Мой муж, Персиваль, уже сделал уборку на первом этаже и обустроил помещение. Здесь будет модное ателье. И совсем скоро все местные модницы, живущие по соседству, будут щеголять прекрасных нарядом, шитых по их заказу. Думаем, наш дом станет очень прибыльным местом. Наверное, вы задаетесь вопросом, в чем же секрет нашего успеха? Конечно же, в наших постоянных клиентах. Поразительные люди. Мне даже немного жаль их убивать. Безумно высокие цены на мясо навели нас на мысль о том, что в фирменные блюда стоит добавить необычный ингредиент. Оказывается ли тут... Дело в тонком и нежном вкусе, но человеческая плоть очень высоко ценится. Причина нам неизвестна, и мы не собираемся ее устанавливать. О, не переживайте, у нас ничего не пропадает. Персиваль даже придумал, что делать с одеждой для наших клиентов. Достаточно застопать дырки, и можно снова выставлять на продажу, конечно же, за полную стоимость. Ха-ха. Мы усердно трудимся, чтобы все шло так, как нужно. И наш бизнес приносил нам отличный доход. Ну что, ребят, как вы поняли, здесь мы будем делать еду из людей. У нас стремительно заканчиваются остатки мяса. Люди в этом городе прожорливые, как собаки. А это значит, что переезд сюда был отличной идеей. Мы разбогатеем. Не спеши, дорогая. Мы должны вести себя сдержанно и усердно работать. Ты слишком хорошо знаешь, как мы рискуем. Да, знаю, и не хочу, чтобы это повторилось. Сбрось этот труп на кухню. Я о нем позабочусь. Ладно, хватаем этого бедолагу. Рано или поздно я сломаю себе хребет. Нужно сбросить труп в люк, и он сразу же окажется на кухне. Жестокая игра. Наконец-то свежее мясо. Люк блестяще справляется со своей задачей. Самое время запастись мясным фаршем. Новая мясорубка отлично подходит для крупной добычи. Возьмем труп. Теперь его нужно провернуть в мясорубке. Надеюсь, дети это видео смотреть не будут. Был такой фильм «Свинни Тодд парикмахер». Он там тоже работал цирюльником и убивал людей. Нужно заглянуть в бабушкину кулинарную книгу. Я смогу записать в нее все удачные рецепты. Так, из фарша у нас получается котлета на одну звезду. А из фарша и муки получается пирог. Теперь мне нужны мука и фарш, чтобы приготовить отличный мясной пирог. Я уже чувствую его аппетитный запах. Возьмем один из ингредиентов. Возьмем другой. Мне можно начинать готовить. Возьмем противень. И поставим его в духовку. Она уже разогрета. Время готовки. Скоро будет готово.
Если внести кое-какие изменения, я смогу готовить быстрее. Или можно починить еще две плиты, но для этого нужны деньги. Разберемся с этим позже. Мясные пироги отлично подрумянились, самое время их достать. Посмотрите наверх. Стойка для блюд пустая, туда я и поставлю мясные пироги, тогда посетители смогут сами их брать. Давайте заполним ее. Мне кажется, здесь жена основная такая, знаете, стерва, которая заставляет мужа работать на все это дело. Но они два сапога пара, прям как Бонни и Клайд. Прям два мерзавца. Интересно, как там дела у мужа? Он должен был вымыть пол. Посмотрим. Это просто кровавая бойня. Нужно все это убрать. И никто не зайдет сюда, пока на полу будут кровавые лужи. Возьмем швабру, чтобы все это убрать. Я украл кое-какую одежду. Выставленный манекен не наряжен. Я мог бы подлатать украденные наряды и перепродать их. Конечно, взвинтив цену. Не пропадать ж добру. Быть может, лавка и выглядит неприметно, но я профессионал своего дела. Ближе к делу. Возьмем украденный наряд с этой стойки. Теперь пришло время раскрутить колесо новой швейной машины. Дело двигается не слишком быстро, но я подожду. Наш бизнес строится на взаимодействии и сотрудничестве. Нужно работать в таком режиме, чтобы Хилдред было удобно. Одежда наконец готова. Нарядим на нее манекен. Так подождите, это игра про то, что мы будем продавать одежду, или про то, что мы будем готовить? Куда продавать еду? Я пока что не понимаю. Кажется, все готово. Можно принимать клиентов. Откроем дверь лавки. Мои дорогие клиенты, заходите, заходите. А, здесь целых три этажа, то есть два этажа и подвал. Ого, какой здоровый дом у них. Берите все, что на вас смотрит. Хорошо, что я заполнил стойку для блюд, а то бы пришлось ждать, пока я готовлю. Каждое блюдо имеет свою цену, в конце концов я не могу раздавать еду бесплатно. Я буду помечать блюда по-разному в кулинарной книге. Они дорого заплатят за вкусную еду. Ого, кажется, кому-то нужен новый наряд. Никогда не знаешь, оценят ли люди твою работу и твой вкус по достоинству. Нужно всегда прилагать максимум усилий. Мы не хотим, чтобы поползли дурные слухи. У меня скоро назначена встреча. Нужно снять с клиента мерки. Подождем клиента. О, чувак, я бы на твоем месте сюда не ходил. А им не страшно, что их застукают, но это же просто бред. Люди же в любом случае что-то заподозрят. И вот, мы одни. И я могу пополнить мясные запасы, Хилдред. Я заберу эту одежду, тебе она все равно больше не понадобится. Теперь сбросим труп на кухню. Это жестко. Ладно, он таскает трупы, да, но вот жена, она так с легкостью поднимает этих мужиков здоровых. Он же весит не менее 80 килограмм. Клиенты на подходе, нужно подготовиться. Мы постоянно приходится напоминать себе об уборке. Уверен, что Хилдред отлично справится со своей задачей. Сотрудничество – вот ключ к нашему успеху. Сохранение прошло, и теперь мы можем играть без подсказок. Наша цель – убить трех клиентов, убрать три пятна крови, продать три наряда и приготовить блюд. Две штуки. И продать еще шесть. Ладно, давайте тогда положим одежду на швейную машину, потому что здесь манекен пустует. Здесь еды тоже нет. Теперь нам нужно готовить еду. Ну вот, смотрите, как легко она его поднимает. Минус еще один. Зачем нам столько мяса-то? Возьмем мясо. Давайте просто пожарим котлеты. Они быстро сделаются. Нам нужно пока что заполнить эту стойку. Она пустует у нас. А пока она пустует, клиенты не могут ничего покупать.
Интересно, смогут ли сюда зайти люди, пока здесь валяется человек на полу? Если он зайдет, человек на полу, он нас по-любому сдаст, если мы его не убьем. Вот, смотрите, кто-то заходит. Сейчас он зайдет, увидит лужу на полу, и нам будет жопа, правильно? Или нет? Быстренько это подметаем. Так, ну она пока что не заходит. Мясо готово. У них есть индикатор времени. Right. Так, стоп, секунду. Нам нужно сначала вывесить одежду. Они пришли за одеждой. Очень много людей приходит за одеждой. Really нужно взять эту вещь. И делать станок. Так, хорошо, теперь нам нужно взять этот труп. Переработать его и начинать готовить мясные пироги. Так, еще минус один. Хорошо, дело пошло, бизнес налаживается. Это быстренько делаем. Жаль, что нельзя ускорить их работу, потому что он очень медленно его сбрасывает. Я боюсь, что меня могут застукать. Так, поехали. Берем мясо. Берем муку. Ложим это на противень. Я не знаю, почему на противень, потому что так написано было в самом начале. Время готовить. Здесь уже еда закончилась. Здесь лужа крови. Одежда, кстати, тоже пошилась. Так, мы ждем. Пока что можем засунуть человека в эту мясорубку. Поехали. Так, одежду на стенд. Есть какие-то улучшения, но я не знаю. Так, один из один занят, три полки доступно. Пироги приготовились. Быстрее выносим. Так, еще раз. Поехали. Еще одну одежду шьем. Так, барышня к нам заходит. А что если мне вот сейчас мне достаточно мяса, я могу ее просто не убивать? Убиток. А, мне еще нужно убить одного. Поехали еще готовить. Так, хорошо, тебя тоже убиваем, потому что нам нужен еще один человек. Но у меня уже 5 мяса накопилось. Вот, видите, написано противень. Я не знаю, это правильно? Противень. Так, поехали. Минус еще один. Еда закончилась, все закончилось. Судя по всему, пока здесь есть кровь, они не заходят. Он пришел чисто за одеждой. Хорошо, тогда давайте просто вынесем ему одежду, чтобы он ушел. Поехали. Это готово. Тоже выставляем. На прилавок. Наряд стоит, он его покупает. То есть это время, которое у нас есть до того момента, как посетитель уйдет. Начинать заново невероятно сложно. В смысле начинать заново? Я что, продул? Нужно все благоустроить. А, заново в смысле жизнь, понял. Я написала список того, что нужно сделать, чтобы улучшить нашу лавку. И тогда мы сможем обслуживать еще больше клиентов. Посмотрим, что можно улучшить. О, давайте посмотрим. Ингредиенты. Стейки, сосиски, мука, помидоры. А что так дорого? 50, у меня всего 37 долларов. Помидоры на кухне. Разделочный стол. Я смогу приготовить еще больше блюд. Прекрасно. Становится жарковато. О, готовит быстрее. Мясорубка. Производит больше мясного фарша. Ну, знаете, я пока нуждаюсь только в скорости. Увеличивает скорость швейной машины. Вот это хорошо. Вот это берем. Вот это за 20, это прям берем. Отлично. Намного быстрее будет у нас швейная машина. У нас 17 долларов. Я пока что не могу ничего больше улучшить. И лавку мы можем открыть. Но сначала давайте я сделаю одежду. Напеку себе побольше. Вот этого человека мы закинем в этот в машину. Напечем дополнительную партию пирогов. И заготовим две партии одежды. Ее, правда, некуда вешать, но пускай она будет у нас в руках.
теперь давайте возьмем муку. Ложим на противень. Мясо 6. Мясо, кстати, не обновилось, то есть мы продолжаем игру, а не начинаем какую-то следующую подраздел. Одежда готова. Еда готовится. В принципе, можем открывать лавку. Люди пошли. Вот, вижу, да? Это ко мне или ко мне? Нет, не ко мне, просто ходят. Я открыл лавку или что? Ну, по-моему, я ее открыл. Но никто не идет. Странно. Ладно, давайте подождем. Больше пирогов я положить не могу, правильно? Стойка для блюд заполнена. Да, не могу. Ну хорошо, давайте ждать. Вот, кто-то идет. За одеждой она пришла. Он, получается, с них снимает мерки одежды. То есть он не работает как парикмахер. Он работает как стилист. Вот, отлично. Видите, у нас очень быстро сразу пошло, потому что я заготовил заранее две партии одежды. Вот, она пришла, и смотрите, он ей замеривает... Да нет, что ты делаешь, идиот? Бля, я хотел посмотреть, что он делает. Я пока не буду пополнять запасы, потому что у нас еще есть 3 пирога. Точнее, 1 из 3. Вот, теперь он забирает все, и мы можем доложить. Так более выгодно, мне кажется. Жаль, что нельзя нанять уборщика. Ну, хотя понятно, почему нельзя нанять. Потому что уборщик нас заложит. А мы можем во время миссии что-то улучшать. Или мы можем улучшать с вами только тогда, когда миссия заканчивается. Вот это плохо, потому что у меня деньги накопились уже на еще одно улучшение. Жестокая игра, крайне жестокая, но это просто жесть. Делать фарш из людей. Я буду печь пироги, они больше всего продаются, по деньгам стоят, в смысле. А вот одежда готова. У меня нет целей, у меня нет здесь целей, я не знаю, что мне нужно сделать. Нужно проработать до вечера, наверное. Если я просто ничего не буду нажимать, вот что тогда произойдет? Вот, смотрите, он подходит. Ну да, что-то ее там вертит, как будто бы замеряет. Руку, вот, смотрите, взял. Ногу, ладно, давай, поехали. Как можно открывать рецепты? У нас пока ничего нет, чтобы открыть рецепты. Кстати, еды тоже нет. Одежда заканчивается. Но у нас еще есть запас. Поехали. $33. А где меню у нас? Возобновить. Нет, никакого меню улучшения здесь нет. Я вот нажимаю на кнопки. Пытаюсь его найти. Но нет, здесь его нет. Хорошо, вытираем лужу крови. И готовим следующую партию пирогов. Нужно привыкнуть делать это очень быстро и машинально. Потому что если будет простой, люди будут недовольны, они будут уходить, и у нас будет падать репутация нашего заведения. Я не успеваю. Я не успеваю подать новую порцию пирогов. Последние клиенты. Да, смотрите, вот эта красная зона, это зона моего рабочего дня. Хорошо. Но в этот раз мы вообще все отлично успели. Никто не ушел голодным, никто не ушел раздетым. Всех одели, всех накормили. Да, и всех убили. Но
ну я думаю, их по-любому бы спалили, потому что вот, например, чувак, да, говорит, дорогая, я иду туда-то, туда-то, да вот в этот магазин, например, чтобы купить новую одежду. Хуяк, и он не приходит домой, обратно. То есть у жены уже должен сформироваться какой-то вопрос в голове, и она должна была пойти сюда, спросить у них, а где мой муж? А они такие, ну, не знаю, он к нам не заходил, да? Ну, тоже, конечно, хер пойми. В это время, наверное, сложно было работать полицейским, вести все эти расследования, потому что тогда не было ни камер, ни телефонов, хрен что кому докажешь. Ну вот если сюда с проверкой придут, они сразу загремят в тюрьму. Ну потому что, смотрите, оно никак, подвал этот не скрыт абсолютно. Нет никакой ни потайной комнаты, ничего. Проверю сегодняшние поступления. Надеюсь, все клиенты остались довольны нашей работой. Если дело пойдет в том же духе, побежит молва, и наша лавка обретет популярность. Но одного этого недостаточно. Нам, вероятно, стоит прикупить рабочие инструменты. И тогда нашу лавку наверняка начнут посещать известные личности. Репутация лавки 240, средние отзывы 1, репутации плюс 10. Плохих отзывов 0. Прибыль за день $25. Или евро, не знаю. Тут еще какие-то письма есть. И раздел скинов. Ух ты. Тут еще можно преображать своих персонажей, но пока что это бесполезно, пока у нас нет толком улучшений нормальных, вот. Что мы можем сейчас сделать? Стейки? Нет, у нас $43, не хватает. Еще один стол? Возможно. Разделочный. Скорость духовки. Блин, тут можно и то, давайте и то, кстати, купим. Еще плюс разделочный стол и плюс к скорости готовки. Остается $3. Заготавливаем себе пироги заранее. Тут еще две штуки лежат. Пускай будет, но третью партию мы заготовим. Точнее, не третью, а следующую партию. Так, и плюс одежду тоже мы. А, тут уже сотканная одежда. Хорошо, можно открывать лавку быстро. В этот раз мы справились с вами. А нам письмо. Мы же только что переехали. Никто не знает наш адрес. Кто же мог его отправить? Ты кому-нибудь говорил о нашем отъезде? Да, тише ты. Подожди, я прочитаю. Вот, черт, кто-то узнал наш секрет. Что там написано? Ничего хорошего. Одни угрозы. Судя по всему, автор письма хорошо нас знает. А, у нас есть поклонник. Мы не можем снова бежать. Мы потратили все накопления на этот дом. Мне тоже не нравится все это. Но не думаю, что он станет для нас проблемой. Скорее, богатым клиентом. Он говорит о награде. Что-то не сильно я в это верю. У меня все равно нет выбора. И что дальше? Что мы будем делать? Сейчас? Ничего. Просто будем играть по его правилам. Он свяжется с нами. Если все написанное в этом письме правда, побег может стоить нам жизни. Кажется, это очень влиятельный человек. Ну тогда будем надеяться, что мы неплохо заработаем на этом деле. Вот беда на нашу голову. Пойду-ка я работать. И я. Судя по всему, кто-то прознал о том, чем они здесь занимаются. Хорошо, открываем лавку и забираем пироги. Хорошо, что они не могут сгореть. И ждем первых клиентов. Там еще куча было улучшений по поводу там сосиски можно делать, можно делать стейки, можно купить еще кучу всяких машин, дополнительные стенды для одежды, например, вторые манекены. Много улучшений есть. Но пока что нам нужно работать на скорость. Чем быстрее мы будем все это делать, тем больше людей мы будем успевать обслуживать. А когда репутация повысится, я думаю, людей будет очень много. И нам нужно будет успевать все это делать. Следующее улучшение нужно будет сделать на то, чтобы повысить
количество одежды, получаемой с людей, потому что по одному она расходуется быстрее, чем мы ее можем набирать. Так, поехали вниз, готовить сразу следующую партию. Тебя сюда. Нужно одновременно привыкать с ними работать. Так, это раз. Это скидываем. Это сюда. Это в духовку. Это вниз. Если бы можно было улучшить скорость сбрасывания людей в эту дыру, было бы вообще классно. Нужно еще посмотреть, сколько фарша дает одно тело. Сейчас 7. А сейчас 9. Две штуки дает. Было бы еще очень круто, если бы можно было ставить им задачи, как в тех же Симсах. Ну, то есть класс, например, сюда, сюда, потом сюда, чтобы у него был список задач. Потому что так приходится клацать на все по разу и смотреть, сделал он это или нет. Но пока что успеваем, пока что все хорошо идет. Да, смотрите, ткацкий станок стал намного быстрее делать одежду. Это хорошо, еда закончилась, у нас как раз новая партия на подходе. Это мы сделаем так, а это так. Ну, он прям жестко их мочит. Они на этом зарабатывают, но при этом они же и своих клиентов теряют. Так. Оп, стой, 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 не то нажал. Так, одежду сюда. И сюда. Вот это красное, что это значит? Это не часы, когда мы не работаем. Все, у нас закончилась еда. Теперь этот чувак будет просто ее ждать. Можно больше, чем одного человека сбросить сюда, вниз? Потому что мне некуда их девать. У меня фарша больше, чем эта мясорубка может себя вместить. Но времени отводится довольно много. Он еще ждет, ждет, ждет. Пока мы принесем ему еду. Давайте пробовать, давайте скидывать. Несколько человек. По рецептам у нас осталось все так же, как и было. Ну, потому что мы ничего нового не покупали. Например, если бы мы купили машинку для делания сосисок, наверное, бы у нас добавились сосиски в меню, правильно? А так, у нас пока что ничего нет. Ладно, человека я этого поднимать не буду. Только сделаю новую одежду. И уже нужно делать новую партию еды. Еду приходится делать намного чаще, чем одежду. Клиенты за день 16, хорошие отзывы 14, средние отзывы 2. Плохих 0. Прибыль за день 30. Письма. Выберите письмо, которое хотите прочесть. Мои дорогие миссис и миссис Роуд, должен признать, что ваш приезд в этот город весьма меня взволновал. Прошу вас, не расценивайте мои слова как угрозу, это всего лишь крайне выгодное предложение. Я осведомлен о том, что происходит в вашем доме. Частенько я задаюсь вопросом, как вы справляетесь со всеми этими трупами. Как бы то ни было, я решил обратиться
к вам, чтобы попросить об одной услуге. Но прежде хочу заверить вас, я сохраню ваш секрет в тайне. Если вы сделаете то, что я прошу, я уже давно питаюсь человеческой плотью, уверен, что вы, в отличие от остальных, не будете шокированы этим фактом. Вы даже не представляете, как мне было трудно насытиться, но теперь, я уверен, все будет намного проще. Вы получите конкретные инструкции по поводу тех жертв, которых я хотел бы отведать. И их кандидатуры не подлежат обсуждению. Когда они будут убиты, вы приготовите для меня изысканный ужин. Я уже предвкушаю его. Когда мое поручение будет исполнено, вас будет ждать щедрая награда, которая перевернет вашу жизнь. Настоятельно не рекомендую вам пускаться в бега, я буду следить за каждым вашим шагом и ни на секунду не упущу ваш из поля зрения. Кроме того, я полагаю, что местная полиция будет очень признательна за информацию, позволяющую пролить свет на необъяснимые исчезновения горожан. Вы скоро получите сведения о первой жертве. С наилучшими пожеланиями, ваш новый друг Джей. Вот такой Джей. Хочет нас шантажировать тем, что он знает о нас много. Кто это Джей? Мне кажется, это какой-то чувак из их прошлого. Из их прошлого города. Открываем, открываем сразу. У нас есть одна порция. У нас есть труп, который мы можем закинуть сюда. Подождите, мы не сделали никаких улучшений. Вот я дурачок, вот я дурачок. А можем вернуться обратно? Можем ли мы вернуться обратно? Судя по всему, нет. Эта красная зона, наверное, отображает последние часы, потому что после них наш день закончился. Да что же я делаю-то, а? Я просто хочу начать быстрее готовить, но у нас нет места, нет противня. А без этого противня мы не можем начинать делать новую порцию. Немного я растерялся в начале этого дня, но ничего, давайте собираться. Вот так, вот так. Несем еду наверх. И этого убиваем. Хорошо. Поехали дальше. Давайте теперь просто сделаем котлеты, да? Потому что очень уж... много у нас мяса. Хотя оно требует так же само, как и пироги. Блин, давайте пироги, они все-таки стоят дороже. В этом нет смысла делать просто мясо. Отбивные, что там они делают? Котлеты какие-то. Но это, конечно, жестко делать котлеты из людей. Я же еще хотел прокачать то, чтобы он добывал больше одежды из людей. Забыл. Ну как я протупил-то, а? Интересно, какое блюдо еще приготовит... попросит этот чувак, который нас шантажирует. Какое-то изысканное блюдо. Так а мы не умеем ничего такого изысканного готовить. Максимум, что я могу ему сделать, это пироги. Ну чё, у нас такая жена. Жена, которая не умеет готовить. Бывает, не повезло нам. Сейчас проверим, можно ли скинуть два трупа. Мне почему-то кажется, что можно. Здесь, в принципе, много места. Скоро уже и день закончится. Но у нас стабильно по 30 евро выходит в день. Маловато, конечно, но а чё? Надо с чего-то начинать. По 30, так по 30. Так, тебя вниз. Да, смотрите, кидает. Отлично. А я не могу это сделать.
Еды нет, в смысле еды нет? Да уже и день сейчас закончится. В этот день мы как-то меньше получили, да? Или мне кажется? Плюс 4. Ну ладно, мы по крайней мере успели сделать еще одну одежду. Да, это последние клиенты. Я уже вижу, что время дальше не идет. Сейчас они заберут все пироги, и как раз время закончится. Но нет, смотрите, в этот день мы успели даже заработать больше денег, чем в прошлое. Хорошо, давайте посмотрим еще письмо. Дорогие миссис и миссис Роуд, ваша первая жертва Эллиот Карсон. Это молодой и весьма увлеченный коммерсант. От его рассказов в путешествиях буквально захватывает дух. В свободное время он бродит по городу и ведет неспешные беседы со всеми, вплоть до чумазых и неотесанных мужланов. Он не прочь посетить даже самые печально известные заведения, поскольку считает, что и в таких местах всегда можно узнать что-то новое. На мой взгляд, он отвратительно добрый человек. В любом случае, все это нам на пользу, потому что вам не составит большого труда заманить его в свою лачугу. Простите, но давайте без обид. Уверен, у вас будет достаточно времени, чтобы привести дом в порядок. Он очень харизматичный человек и прекрасный собеседник. Я имел удовольствие принимать его в качестве гостя на самых своих громких вечеринках. Он обладает весьма приятной внешностью, и вы наверняка его узнаете. Его глаза, как две бездонные голубые небесные сферы, манят и сводят с ума. Кроме того, их размер позволяет проглотить их за один укус. Убейте его и сберегите тело. Я страстно жажду этого, Джей. Фу, какой-то он извращенец, что ли? Я не знаю, это такая игра жесткая, прям людей убивать. Ну, придумали тоже. Давайте улучшения поделаем. Так, что можем сделать? Я смогу приготовить еще больше блюд. Дополнительный разделочный стенд. У нас их уже два. Зачем нам два? Мне нужно... А, нет, стойте. Мне нужно сейчас... Ателье, вот. Новый манекен. Персивать получает дополнительную ткань. Вот это делаем раз. Новый столик в пабе. Давайте улучшим стойку для блюд. И еще у нас остается $20. Мясорубка производит больше мясного фарша. Я в этом не нуждаюсь, но давайте сделаем. Нам придется убивать меньше людей. Зачем нам столько людей убивать, если у нас и так куча фарша? Поехали. Можем сразу открывать. Да, открываем. Не будем терять времени. Просто наверстаем это по ходу дела. Просто сильно долго это будет занимать, пока я буду это все подготавливать. Достаем противень, забиваем первую стойку. Все равно к нам люди не сразу приходят. Пока что успеваем. Сделаем немного разнообразное меню. Сделаем одни отбивные и сделаем просто пироги. Так, поехали. А как мы узнаем этого парня? По глазам? Ну, глаз-то не видно. Как мы его узнаем? То, что он добрый, дружелюбный. Я думаю, он должен прийти к нам в этот день. Потому что раз в прошлом мы получили письмо, то, скорее всего, это будет этот день. Мне нужен помощник на кухне, я не успеваю сам. Они загребают всю еду, я приношу следующую. Это работает минута в минуту. Теперь мы начали получать по 2 единицы одежды. Это хорошо. Теперь у нас будет производство больше, чем потребление. Поскольку они фарш покупают? По 0,9. 0,9. Ну да, мало-мало. Пироги они покупают по 1,4, насколько я помню.
фар заканчивается. Но людей у нас много, поэтому без проблем. Забрали последнюю еду со стойки. Пироги готовы. Отлично, выносим пироги. Давай, 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 быстрее. Ускорение движения было бы очень полезно. Или какой-нибудь помощник. Потому что жена совсем сама не справляется. Мужику намного легче. Ну давай, давай, нормально, все успеваем. Стоп. Скоро не будет места, у нас тут уже 3 человека лежит. Плюс еще один, это 4-й. Очень много людей. Так, хорошо, где жена? Я потерял жену, блядь. И где жена? Серьезно? А, вот она стоит за стойкой. Много времени потратил, зря. Но у нас уже и последние клиенты, поэтому, в принципе, можно не беспокоиться. Отлично, готовим еще наперед. Возможно, успеем. Так, одежда готова. А одежду никто не покупает, она нахер никому не нужна. А нет, смотрите, вот. Бабулька идет. Забрала костюм. $4, ну маловато, маловато. За одежду $4 всего. Так, пироги готовы. Давай, давай, быстрее, последние клиенты идут. Нет, смотрите, не пришел он в этот раз к нам. Возможно, нужно что-то особенное, чтобы он пришел. Какое-то условие выполнить, например, поставить себе машину для сосисок, я уж не знаю. Надеюсь, нам хватит в этой серии на эту машину. Одежда копится. Очень хорошо. Ложим сюда муку. Теперь фарш. Это скидываем. Это готово, отлично, отлично. Вот он, вот он, вот этот мужик. Даже сюжет есть, очень прикольная игра, ну, конечно, необычная и заставляет немного побежать мурашкам по моему телу, потому что, ну, блин, это как-то очень прям щепетильно. Ну, не знаю, убивать людей и пускать их на еду, ну, это жестко. Он пришел, кстати, со своей слугой. Как же мы теперь его убьем? Добрый день, мистер Персиваль. Меня зовут Элиот Карсон. Все в городе только и говорят о вашем ателье. По слухам, наряды такого качества больше нигде не купишь. Недавно в кругу знакомых мне сказали, что стоит обязательно посетить вас. Я и не знал, что здесь открылась мастерская по пошиву одежды. Наряды в выставочном зале выглядят весьма изысканно, но я бы рекомендовал вам немного тут разобраться. Однако я бы хотел заказать костюм для предстоящей поездки. Приятно познакомиться, мистер Карсон. Мои портновские навыки к вашим услугам. Какой костюм вам нужен? Для вас или для мальчика? Сначала мне нужно снять мерки. Конечно, для меня. Мне нужен добротный костюм для охоты. Это всего лишь мой личный помощник. Просто представьте, что его здесь нет. Если он нам помешает, прогоним его в зашей. Все понял, прохвост. Молчу, как рыба, сэр. Вот и прекрасно. Ладно, сегодня я просто проходил мимо и по дороге заглянул в вашу мастерскую. Сейчас я должен идти, но у меня есть планы на сегодня. Но, мистер Персиваль, если вы не возражаете, вскоре я зайду еще раз. Конечно, нет. Буду видеть вас в любой день. Спасибо, что заглянули. До встречи, мистер Эллиот. Весьма обязан. До встречи. Давай, бездельник, мы уходим. Попрощайся с мистером Персивалем. До свидания. Не получилось нам его убить.
Он должен стать нашей жертвой. Автор этого письма не шутит. В следующий раз мне будет чем заняться. Вот так. И ребята вообще без комплексов, бескомпромиссные парни. Всех убивают, всех пускают на мясо, и им вообще никого не жаль. Да, жестоко, жестоко, конечно. Ну хорошо, ребятушки, давайте тогда на этом серию заканчивать. Спасибо большое всем, что посмотрели. Спасибо еще раз огромное вам за все ваши лайки, подписки, комментарии. Все это для меня очень много значит. Спасибо большое. Увидимся с вами в следующих видео, в следующих играх. Пока-пока и хорошего всем настроения.